Хуинзы жопа, спасибо большое за донат с текстом. 9 лет назад это было в тренде. В моем сердце это до сих пор все. Все те песни Ника Черникова. Сидел я в НДК, смотрел картинки про Катар. То есть даже сделал как бы... Как-то коллабу с МДК, я это тоже помню, в принципе. Но моя любимая песня была «Быть ванильной пиздой», конечно. Как всю жизнь? Пока срок годности, наверное, течет, да? Пока не порвется. Блин, у моего кореша была какая-то просто вагина вся... Там и жопа есть, и пизда, и вся вот там вот так вот уже можно было с двух сторон пальцы просовывать, прикалываться. А вот кто-то Черникова помнит только как... коллабе с Энджойкиным. Между прочим, есть теории о том, что Энджойкин это и есть Ник Черников. Потому что это единственный живой человек, который как бы появлялся в коллабе с Энджойкиным. Ну, вы поняли, короче. Ну вот такая тёлка, кстати, не пиздатая. Хорош. Я порвал свою мечту, что дальше делать не пойму. Неужто я до секса не... Такие неприкольные, они только как, ну, там, на рок-концертах ими бросаться, прикалываться максимум. Клево, вот, короче, чисто пизда с жопой вот такая вот небольшая, но прямо из плотного такого материала. Вот это нормальная тема. Бомбануло тоже охуенный трек. Терпи Ашот, держись, братан. Я это тоже помню. Ну, мы делали кавер даже, я говорю, на «Быть ванильную пиздой». Это прям вообще было. Может быть, даже один из референсов для МВПД запросто это мог бы быть в свое время. Правда, у него, конечно, все именно популярные песни попсовые, переделанные в «Ракешник» и с другим текстом. У нас вроде как... Типа мы на популярных песнях обычно... Ну, именно так мы не делали. Оп. Блять, обидно. Волшебник Ашот. Вообще тоже может быть. Ну, для говнида, конечно, все-таки наибольшее влияние там какое-нибудь бездна анального угнетения повлияло. Наверняка. Вот. Ну, в целом, как говорится, Нику Черникову мое почтение. То есть он тоже, знаете, мог... О, все, там, блядь, забытый чел. Да хуй знает, типа, все ок. То есть делает дальше просто уже то, что сам хочет. И, видимо... Ну, то есть, да, уже Супервада Бейси, интересные некоторые были выпуски. Вот. Блин, сопротивление я чуть-чуть кекал. Там мотив похож на капли абсента. Типа, наше сопротивление. И чё-то тара-та-тара-там. Тара-та-та-тара. Это похоже капли абсента. Поджигай любовь. И без ответа ты ускользаешь вновь. Вот, то есть просто все как бы... Так и устроена жизнь, видимо, сегодня у многих, там, ну, кто на Ютубе когда-то как-то бахнул что-то, швякнул, пякнул, чпякнул, что называется, да, непосредственно от того какого-то древнего творчества нет какого-то супер выхлопа, и, ну, вряд ли есть смысл, не знаю, может быть, желание, у меня, например, тоже так же может там либо не быть желания что-то делать, либо новое не так заходит, либо уже как-то не так воспринимается.
Вот. А просто делаешь, как бы, что тебе в кайф, у тебя есть, да, немного зрителей, немного просмотров, ну, относительно, типа, но на самом деле этого достаточно уже для своего счастья, для счастья этих самых, там, 2000 зрителей и для пиздодельной какой-то жизни, вот и все. Так что, в общем, мое почтение в любом случае, спасибо за детство.